Зеленая рядовка растет в песчаной почве и в соснах. В результате у данного гриба есть один важный недостаток. Песок, который трудно вымыть. И если вы досмотрите данное видео до конца, то мы откроем вам маленький секрет, как легко избавиться от этого песка. Всем привет, с вами непутевый грибник. Сегодня мы едем в город воинской славы Калач на Дону и будем учиться собирать рядовку рыцарскую. Хочу отметить, что потребление данного гриба в больших количествах может вызвать отравление. Данный гриб является условно съедобным и подозревается в ядовитость. Все, что вы делаете на свой собственный страх и риск. Обидно, да? Досадно. Да, конечно. Бугор, да? Смотри, это зеленуха огромная. А у меня тут тоже что-то есть? Вот такая. А что это, да? А у меня зеленушки на меньше. Я же маленькая, поэтому... А я нашел масленок. Давай, пошли, я все покажу, зайка. Проходи. Масленок. Вот. Масленок. А теперь берем камеру. Зайка, смотри. Вот здесь у нас что? Ой, с меня ветки сыпятся. Вот. 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 Под веткой. Я не вижу, а вижу. А еще вот здесь. А еще вот здесь. Мне кажется, и вот здесь что-то будет. Да. Нет? Да, он там очень глубоко. И вон. Вон! Я первым увидел. Ух ты ж! А вот здесь, смотри, копали, но я более чем уверена, да. Что хопа! И вот здесь, смотри, тоже. И ты не любишь ползать под деревьями? Да, я знаю. А я люблю. Мне кажется, моя масленок, моя часть кончилась. Ну тут масленок, масленок, масленок. И вот смотри. А, вот вижу. Раз. И два. Вот. В общем, берете, проверяете все, где песочек поднимается. То есть вот какие-то такие места. Вот, допустим. Хоп. Маленькие грибочки. Знаешь? Я снял. Да. Вот, смотри. Где? А, да, вот, лопнул верхний слой. Вот если вы посмотрите, вот здесь один и второй. То есть они были вместе. И вот, пожалуйста, в режиме онлайн зеленушка. А, зайка. Но косили. Здесь вот люди с граблями, они портят все. Они, во-первых, портят все удовольствие от сбора грибов. А во-вторых, они сгребают опад в одну сторону. Там просто люди косят зеленушку. А они сгребают опад в одну сторону, и получается, что грибница не получает питания. По тополевой рядовке могу сказать... Уточняли информацию. Грибница в год вырастает на 10-15 сантиметров. То есть, соответственно, если вы лишаете опада грибницу, а она растет, она умирает потихоньку. Как-то так. Ребят, недавно обновилась статистика на канале. И я увидел, что меня смотрят не только в Волгоградской области или в России, но и в Казахстане, в Украине и в Беларуси. Пожалуйста. Давайте сейчас вот поставим видео на паузу. А я срежу вот этот гриб
А вы напишите, из какого вы города, мне правда интересно. Здесь просто камера перестала записывать звук, непонятно почему. Обычно, когда мы ходим по лесу, у нас с собой маленькая аптечка, вода, пара ножей. А ножи иногда теряются, и почти каждый выезд я нахожу себе новый нож. Данный выезд был не исключением, но сейчас мы носим, чтобы снимать видео, с собой камеру, запасная камера, несколько флешек, штатив, вода, ведра, то есть достаточно тяжело, поэтому иногда возникают проблемы. Но надеемся, что вам нравится то, что мы делаем. Спасибо, что смотрите. Еще и разные грибы. Были. Пардон. А, еще вон там. Ну там масленок, ты же видишь? Где там, там? А, вот там еще и масленок. Тебе хорошо видно? Да-да-да. Все, можно резать. Вот так вот мы насобирали пока. Ребят, ну, пожалуйста, вот приехали в лес, давайте не будем хрюшами. Ну, не умеете вы искать грибы, допустим, да? Ладно, ну, грабли. Ну, хотя бы мусор с собой забирайте. А тем, кто досмотрел до конца, мы откроем секрет. На самом деле, просто мы замачиваем в очень соленой воде